Громкая премьера, которая могла остаться незамеченной. На презентации большой подмосковной АЗС неожиданно засветились электромобили новой российской марки «Эволют». Правда, возле заправочных колонок машины простояли лишь около четверти часа. Такая поспешность объясняется довольно просто. Первыми «Эволютами» оказались автомобили «Дунфэн» китайского производства, на которые перед первым показом просто наклеили другие шильдики, притом не везде аккуратно. О самой марке стало известно только этой весной. Тогда российский Минпромторг, администрация Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специальный инвестиционный контракт, который предусматривает выпуск электромобилей. Каких? В первом пресс-релизе были обещаны седан, минивэн и троица кроссоверов. Седаном «Эволют iPro» оказался «Дунфэн Эолос E70», которому, как выяснил телеканал «Автоплюс», полагается один электромотор мощностью 150 лошадиных сил. Батарея имеет емкость на уровне 50 кВт-часов, которых хватит примерно на 400 км. От обычной домашней электросети пополнение запаса энергии занимает порядка 8 часов. Такой же аккумулятор полагается минивэну «Эволют iOne», что представляет собой «Дунфэн Ланжи EV». Правда, по странной логике, семейная заднеприводная машина имеет менее мощный двигатель, чем более легкий седан. «Эволюту iJoy», в котором знатоки поднебесного автопрома непременно признают DFSK Glory E3, также перепала 50-киловаттная батарея. Но единственный мотор, расположенный спереди, развивает 163 силы. Надо заметить, что представители новоиспеченного отечественного бренда сейчас стараются не выдавать никакой информации, касающейся этих машин. Подождем. Между тем, вездесущие папарацци заметили на одной из московских улиц флагманский «Эволют» — кроссовер Free. Если верить техническому описанию, которое раздобыло авторевью, в Россию прибудет 5-метровый SUV, оборудованный 2 электромоторами отдачей около 700 сил. Правда, в местной спецификации указаны данные, немного отличающиеся от китайского исходника. Возможно, для российского бренда «Эволют» готовится упрощенная и удешевленная вариация. Ведь даже на своей родине модель «Воя» или «Ланту», как эту марку называют китайцы, стоит немалые 56 тысяч долларов. Это на секундочку аж 4 миллиона российских рублей.